Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Джобик. В этом видео я хочу поделиться с вами своими результатами. Ну и начну, конечно же, я с хороших новостей. Значит, ну здесь можно посмотреть обзор аккаунта, обзор маркетинга. Заработала я в проекте уже более 5290 рублей. Вывела я 4410 рублей. Приглашенных у меня 36 человек. И хочу попросить своих партнеров добавиться в чат. Сюда кликаем и добавляйтесь в чат проекта. В чате присутствует админ. Также можно задавать вопросы, если будут, по проекту. И еще хочу попросить своих партнеров добавить вот сюда в настройки. Кликайте «Настройки». Пожалуйста, добавьте свою социальную сеть ВКонтакте. Сюда добавляйте, нажимаете «Сохранить». Так как почти ни у кого нет соцсети ВКонтакте. Вот так случится, что вот мне надо связаться со своими рефералами, а мне никак не связаться. Значит, давайте перейдем сюда. Здесь журнал финансовых операций. Я вчера вывела 630 рублей. Вчера 20-е было число. Далее, вот мне реферальные идут, заработок с площадки 51 стол. Потом опять реферальные тут идут, ну тут можно это все ознакомиться. Я очень проектом довольна. Далее, хочу показать, как просматривать свою структуру. Вот у меня площадка за 50 рублей. Сюда вход от 50 рублей. Значит, я перешла в четвертый стол. Вот он у меня начал закрываться. Из первого человека у меня, если мы перейдем в маркетинг, обратите внимание, обязательно, друзья, на маркетинг. И здесь вот четвертый стол. Видите, ко мне пришел человек. И у меня пошел первый стол, как бы 18 клонов. Клоны — это та же учетная запись, как и основной аккаунт. Ну, как и вот и основной стол, да? Мы также с клонов зарабатываем. Значит, что я хотела показать вам, как просматривать партнеров. Здесь вот этого я после старта купила. Кликаем, например, на клона. Опускаемся ниже. Здесь началось. У меня тоже заполняется структура. У меня помаленечку везде заполняются. Но вы сможете посмотреть структуру. Сюда кликаете. И вот мой стол, да, вот это мой клон. С него я также зарабатываю денежку. Вот ко мне встали два человека. Можно кликнуть сюда на красненькую и посмотреть. И вот так мы, если будем кликать, мы вплоть до админа. Это все наша структура. Вот с каждого. Здесь у меня нет ничего. Здесь тоже пусто пока. Вот. Это все можно просмотреть. Вот ко мне встал человек, да? И кликаю посмотреть структуру. И вот ко мне встал, да? Пришел партнер. И я кликаю, можно просмотреть. Вот он. Я вот у него, вот этот человек, я ему закрыла. Пришла к переливу. И потом он же ко мне встал. Вот как бы тоже человек работает, покупает, видать, клонов, да? Так вот, таким образом мы просматриваем всю структуру. Так, также у меня площадка за 250 куплена. Тоже у меня все тут заполняется помаленечку. Теперь я хочу
перейти к не очень приятным, ну как бы, новости, не новости. В общем, что я хочу сказать. Значит, всего у меня рефералов 36. Два из них 24 активны. И неактивных у меня 12 человек. Знаете что, друзья? Я решила помочь своим партнерам, своим рефералам. И я из заработанных денежных средств делала перевод своим рефералам. Я такого равнодушия, такой безалаберности, такой халатности к проекту, я такого, друзья, не ожидала. Я в шоке. Я очень довольна проектом. Я в плюсе. Я активно рекламлю этот проект. У меня рекламка уже... У меня уже 20 тысяч просмотров отработано. Вот. И я перевела денежку. Вот этому партнеру я перевела. Я сделала скриншот, написала на почту. И я 50 рублей. Вот здесь можно пополнить, вывести, друзья. Я кликала перевести. И я вот переводила, как бы делала перевод. Вот я последний 20 числа перевод делала 50 рублей. Перевод для Android. Успешно. Опять переходим в рефералы. Так, неактивные. Я вот этой перевела. Индира. Ну, наверное, девочка. Потом вот, вот этому я перевела 50 рублей. Вот этому человеку я перевела 50 рублей. Вот этому я перевела 50 рублей. Если вы видите себя, пожалуйста, зайдите в кабинет. И вот я вчера перевела вот этому. Ни ответа, ни привета. Даже ни соцсети нет. Ничего. Вот одна почта. Я каждый раз при переводе делала скриншот. И я писала, что вы зарегистрировались по моей ссылочке. Ну вот, ребят, ну вот захотелось сделать людям приятно. Во-первых, у них будет шанс заработать. Может, как бы у них денег нет, да, активировать площадку за 50 рублей. Но почему бы не помочь? И во-вторых, они подтолкнут команду. Правильно? Кому-то перелив придет. Ну ладно, они забросили проект, не захотели. Но извините меня, мы работаем в интернет-бизнесе. Но неужели на почту вы не заходите и вы не проверяете почту? Как так можно работать? Я очень разочарована. И неприятно, очень неприятно. Я вот сейчас видео вот этого запишу. Попробую еще сделать слабую попытку отправить им видео. И еще раз написать письмо. Ну, нет, так нет. Ну, вот, вот каждому человеку, вот до сюда я 1, 2, 3, 4, 5. Пятерым я вот отправила. Вот. Ну, как так можно работать? И, а потом все жалуются, нет дохода. Если вы даже на почту не заходите. Очень неприятно. Конечно, я прикупаю клон себе. Я помогаю вот так рефералам. И вот такая вот халатность, но такое вот безразличие, что люди зарабатывают, я не понимаю в интернете тогда. Вот, ну вот захотелось, да, мне вот сделать приятно. Ну вот как-то так. Может, я не права, может, не надо было этого делать. Ну вот... У меня очень хороший доход. И я думаю, ну почему бы не сделать? Очень неприятно, конечно. Очень. Рекламка, да, я вывожу денежку, я прикупаю клоны. У меня в данный момент 80 рублей на балансе. И у меня рекламка платная. Вот у меня
вчера, да, вот, видимо, она уже как бы отработала. Вот Джубик. 10 000 просмотров, друзья. Так. И из этих 10 32 клика. Это что означает клик? То, что человека зацепила рекламка, и он кликнул по баннеру. Это у меня баннер отработал 728 на 90. Еще у меня баннер отработал. Опять же таки 10 000 просмотра. 468 на 60. Также 27 кликов. Видим, да? Вот. А этот еще вроде как и работает даже сейчас. Бег, да, этот еще в работе. Вот, еще как бы. И вот этот я хочу еще загрузить. У меня рекламка, друзья, платная. И вот мне вот такого баннера нет у меня. И я сейчас еще загружу рекламку. Баннеры. Очень хорошо идут баннеры. И у меня последние рефералы не эти, а вот последние партнеры, они уже вот эти. Я так понимаю, что они пришли уже вот отсюда, с этой рекламки. Вот. И выбираю баннер 468 на 60. Перевести на русский. Количество просмотров 10 000. 2, 3. Так, 10 000. Заглавие. Тут вот Джубик. Копирую. Лучше извините, видео затянется. Джубик урбаннера. Иду, здесь шикарные баннера. Баннеры. Так, вот он. И вот здесь уже готовый баннер. Копирую. Вставляю баннер. Так. Здесь надо реферальная ссылочка. Не ожидала я такого равнодушия. Неужели, я не знаю, ну ладно, вы проекте не захотели работать, но неужели вы, вот видите, встал мой баннер. Неужели на почту вы не заходите? У меня такое ощущение, что я одна работаю в одни ворота. Знаете? Так, все страны проверяю. Процессор. Так. Процессор. А чё, Пайра нету? Угу. Странно. Ну ладно, я тогда уже потом. Почему-то Пайр исчез. Это уже интересно. Ну да ладно, друзья, потом пойду я разбираться. Видео затянуло. Уважаемые мои рефералы, если вы увидите это видео, вот ваш логин. Еще один логин. Потом вот еще один. Вот этот логин. Будьте добры. Зайдите вот в этот раздел. У вас здесь на балансе 50 рублей. Зайдите, площадка 50. И у вас здесь активируйте, нажмите на кнопочку «Активировать стол за 50 рублей». У вас будет шанс заработать, и вы поможете команде как бы сдвинуться. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам показать. Я очень довольна, друзья, проектом. Берите свою реферальную ссылочку, размещайте баннера, размещайте текстовые объявления, приглашайте партнеров. Вот. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!